Я хочу рассказать о своем прадедушке. Моего прадеда звали Губанов Дмитрий Павлович. Родился 23 октября 1925 года в Ивановской области. Работал трактористом в колхозе. Когда началась война, ему было 16 лет. Летом 1943 года его призвали в армию, где новобранцы должны были пройти военную подготовку. 18 лет прадеду уже исполнилось на фронте. Он попал в танковые войска и всю войну служил танкистом. У деда много наград. Медаль Георгия Жукова, орден Отечественной войны, звезда участника Отечественной войны, медаль за победу над Германией. Прадед не любил ни рассказывать, ни вспоминать о войне. Всегда говорил: война как война, плохо было всем. После войны еще остался служить в армии 7 лет.